Всем привет! Продолжаем рисовать флаги мира. Сегодня мы нарисуем флаг одной страны, которая находится в Южной Америке. Она называется Боливия. Давайте приступим. Возьмем наш темный маркер и нарисуем наш флагшток. Потом рисуем вот такой прямоугольник. Хорошо. И нарисуем три полосы. У флага Боливии три одинаковых полосы. Первая, вторая и третья. Отлично. Так, теперь будем закрашивать. Первая линия будет красной, вторая желтой, а последняя зеленой. Отлично. Возьмем красный мелок или фломастером можете, или карандашом. И будем вот так аккуратно закрашивать. Сейчас обведем поля. Вот так. Ярко-красный у нас получается первая полоса. Вот так. Потом берем, значит, желтый цвет и закрашиваем вторую. Вот такая будет вторая желтая. Можете не торопиться и поставить видео на паузу. И аккуратно все закрасить. Хорошо, вторая полоса закончена тоже. И давайте будем красить третью зеленым. У меня мелок сломался, но еще достаточно таки большой. Опс, и он сломался. Хорошо. Сейчас обведем и закрасим. Вот так. Очень яркий такой флаг у Боливии. Столица Боливии, если я не ошибаюсь, город Богота. Должно быть. Но я могу и ошибиться. Так что проверьте. Вот такой у нас получился флаг. Всем спасибо, ждите новых флажков. Пока-пока.